Десятки ревущих моторов по отмашке судьи в мгновение ока срываются с места и скрываются за первым поворотом. Теперь только гони быстрее на трамплинах, прыгай выше и держись на поворотах. Но эти слагаемые успеха для участника мотокросса только на первый взгляд предельно просты. Мотокросс все-таки зимний, и за слоем снега коварно притаились ледовые участки. А на крутых спусках напротив обнажился грунт. Сказать, как мотоцикл поведет себя на такой трассе, не берутся даже опытные спортсмены. Выборгский мотокросс, посвященный Дню защитника Отечества, стартовал в нашем городе уже в 45-й раз. Знаменитые соревнования ведут свой счет с далекого 1961 года. Именно тогда на Батарейной горе по предложению спортивного клуба армии Ленинграда провели первый зимний мотокросс. С тех пор только 4 раза в феврале Выборг не слышал рева моторов, и то из-за капризов переменчивой погоды. Вот и на этот раз в холодный февральский день посмотреть на зрелищные мотогонки пришли несколько сот жителей и гостей Выборга. А на старт вышли мотогонщики со всей Ленинградской области. Единственное, что спортсменов не очень много получилось. Мороз пугнул народ, поэтому не доехали, замерзли где-то по дороге. Традиционно соревнования проходили в нескольких классах в зависимости от мощности техники. Практически в каждом заезде честь Выборгского района защищали наши земляки. Больше всего пощекотать нервы болельщикам смогли, пожалуй, самые юные спортсмены. Они выступали в классе 50 Нью. Вот уж кому страх неведом, хотя мотоспорт наряду с гонками на автомобилях считается одним из самых опасных видов спорта. Выборгцы держали пальцы за 36-й номер, самому юному участнику. Участнику соревнований Степану Тарасову из Выборга еще нет и 5, но за победу он борется наряду со взрослыми спортсменами. В первом заезде Степа безоговорочно победил, опередив одного из соперников более чем на круг. Кстати, впервые юный спортсмен попал на мотогонки в 6 месяцев, тогда еще в качестве зрителя. А год назад родители посадили детсадовца на мотоцикл. И не умея кататься даже на велосипеде, гонщик Тарасов сразу поехал. Тренирует юного спортсмена его дедушка-мотогонщик Виктор Букаев, а главным болельщиком всегда выступает мама. Мы один раз решили провести эксперимент. Он проснулся ночью по какой-то причине. Я ему говорю: «Степ, пошли погоняем». Пошли. То есть он... Его никто не заставляет, он сам. Мы с боем отсюда уезжали с тренировок с горки, с боем. Мы хотим ехать, и днем, и ночью. Среди взрослых спортсменов страсти также разгорались нешуточные. Пройти все препятствия, а это несколько трамплинов и крутые повороты, задача не из легких. И хотя голову гонщика защищает шлем, ноги, высокие ботинки и наколенники, травмы и ушибы здесь обычное дело. Иногда страсти накаляются до предела, ревет толпа болельщиков, взмывают вверх флаги судей соревнований. В классе любителей с первых секунд гонки Даниил Кудряшов из Санкт-Петербурга вырвался на лидирующую позицию и с достойным профессионалом мастерством удерживал ее. Спортсмен уже неоднократно бывал в Выборге, даже гонялся здесь, но в зимнем мотокроссе принял участие впервые. Здесь всегда была трасса очень хорошая. Я занимался давно очень, был здесь лет 15 назад, по-моему, ничего не изменилось, но все, зрителей очень много приходит, очень интересно, трасса хорошая. Зимний мотокросс в Выборге, несмотря на не на шутку разыгравшуюся стихию, продолжался несколько часов. Показали класс не только гонщики на мотоциклах, но и на квадроциклах. Зрителей согревали интереснейшие истории и комментарии от ведущих и восточные шашлыки. Ждем мотокросс 2011. Вероника Когут, Валерий Присяжнюк, Оксана Трошкова, медиагруппа «Наш город».